все сделаем. А как? Положено. Вот это берете сейчас? Мы уберем, да. Хорошо. Мне фотоотчет, как убирать будете, пришлете? Конечно, пришлем. Хорошо. Воду включи там в парке. Что это сейчас? Какой страшный день сегодня у меня по жизни. Прям очень страшный у меня день. Я ехала к вам, я так оттягивала эти поездки в Астрахань, в Калмыкию. Ну, думаю, ну все ж так должно быть плохо по жизни у меня. Ну, такой сон, хорошо, что приехал. Объясните мне, пожалуйста, вот это будет такая же история. Вот там. Пока, если геотекстиль не положите, вот как здесь у вас через год вся трава проросла, слышь, сама там. Поэтому снять щебенку, переложить геотекстиль, щебенкой снова засыпаете и делаете как положено. И мне фотоотчет полностью по всем. Ваш фотоотчет, не его. Как он снимает, кладет текстиль, как он делает вот каждый шаг. Хоп, текстиль, сняли. Хоп, текстиль, положили щебень. И вот прям по пунктам, по слоям. По слоям. Надоело выбрасывать ваши деньги. Прямо зашибись. Ретензионная работа по лавочкам везде прошла? Да. Когда исправят? Вы знали, что я сегодня еду? Да, знали. Покрасить он не мог выйти с утра сегодня? С пульверизатором. На выходных сделаем, потому что люди гуляют. Да, у вас ровно до понедельника срок будет. Я как раз в Калмыкию слетаю, в Ставрополь еще и приеду, и посмотрю ваш фотоотчет, и буду писать справку по вашей работе. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Это опять же противоударное покрытие, правильно? Которое с 2018 года требует от нас стандарт. Угу. Да? Зачем вы сюда стелили асфальт? Можно сказать? Вот это вот опускаете, мне показываете завтра к вечеру, насели до высоты 7 сантиметров от земли. Вот это крутилка. Завтра. От земли не более 7 сантиметров по стандартам. Угу. Завтра она должна быть у вас уже стоять. Качели-убийцы меняете на мягкие подвесы. Угу. Здесь не хватает у вас резинка. Угу. Завтра к вечеру все площадки отремонтированы. Качели-убийцы. С 2013 года запрещена установка. Нет, вы задачи знаете. Мне надо их все сносить. Вам надо мне показать к 10 октября, как вы договорились с производителем этого оборудования. Где у меня Саша? Саша, ты испускаешь такое же оборудование мягкое? Ну, да, могу сделать подвес. Если надо будет. Свой родной. Вот это снимаете на всех площадках в рамках государственного проекта и ставите мне мягкие подвесы. Угу. А это к себе на дачу. Или с Сашей договоритесь, он переплавит, переделает на что-нибудь. Хорошо. Ну, бабок посогнали. Бедные бабки. Теперь дома чай пьют. Вот эта рама должна быть погашена. Основание асфальта. Она не должна вот так вот сверху. Это опасность. Вот эти вот болты, чтобы вы понимали, это глаза детей. Они должны быть спилены, убраны, и на них одеты куклочки. Угу. Как вы будете это делать, я знаю только одно. Вам надо привезти сюда раствор машин, сделать отмостку, прям отмостку, и вот так ее погасить полностью, всю эту раму в эту отмостку. Это единственное, что вы можете сделать. Ну, потому что как, вы асфальт будете долбить? Не сможете, правильно? Нет. Значит, заливаете, показываете до 15 октября полностью мне готовый вариант и площадку, который должен быть.